Тут. И мы на огне. Нужно постараться победить, чтобы закончить турнир в сотне. Ну, 107 место, это очень круто. Наверное, лучший мой результат на данный момент в титульной арене. И играю я с гроссмейстером. Очередным. Что это? Две 484 рейтинг. Ну, не такой большой. Он взял берсерк, тем более. Я имею в виду в классику. У него 2484. Да, посмотрим. Так, вот этот вот вариантик мы тут играем. Один из ключевых вариантов в Паульсине. Да, ладья d7. И здесь можно ход f5 где-то вызвать. Давайте так пошла. Опять сам ходит. Так, если взять, взять слон e5, ферзь e5. Ладья f6, там ладья d3 есть контрудар. Не проходит. Хорошо, вернусь. Да, d5 готовит. d5 готовит. Что если я возьму? Давайте взяла сюда. Слон f6, слон f6. Ладья f6, gf. Ферзь h6. Может быть, так пойти? Давайте так. Хочу перевести ладью и поставить его королю мат. Как он будет защищаться-то? Я вообще не вижу, как он будет защищаться. Очень сильная угроза, кстати. Ладья d3 он должен бить. Ладья d3, но у него там труба. Труба у него. Ага, f5 готовит. Ладья d3. f5, ладья g3. Сюда-сюда. Ага, f5. Так, интересно. Как его напрячь? f5. Ладья g3, ладья g6. Еле-съели. Там все с шахами съели. Сколько там пешек-то? Ну ладно, надо идти, наверное, на этот вариант. Другого нет. Шахами съели. Сколько пешек? Три пешки целых за качество. Конечно, перевес большой у меня. Как только реализовать его? Конь d5. Может быть, пойти. Ладья f1. 5. Взяли, взяли. Взяли ферзь f6, что ли? Давайте проверим. Шах. Так, форточка. Форточка необходима. b4 с того фланга. Давайте тут откроем. Открывается. Так, а на c5 что он там съест? Да? Шах. Шах. Ферзь e5, да, есть ход. Шах. 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 Двигаем. Победа! Фуф, вот это красотень! Вот это я его обыграла, а! Вот так вот, еще один скальп Гросса снят.
Ох, давайте посмотрим. Красиво тут, красиво было. Атака. Атака, вот это вот. Вот это вот я понимаю, да, надо жертвовать. Нанесли ударчик. Нанесли ударчик. Съели. Теперь проблема в том, что перевод ладьи грозит. И король-то вскрыт. Непонятно, что делать. Непонятно. Ладья d6, ладья e3, да, и здесь у меня целых три пешки за качество. Подавляющая позиция, король гуляет. Ну, выиграть могла, наверное, еще раньше, но вот так вот.